Всем привет, дорогие зрители! С вами канал «Недвижимость в Турции» Paradise Alanya. Сейчас я нахожусь в районе Тосмур. Нашел трехкомнатную квартиру по очень хорошей цене, с неплохим видом. Недалеко от моря. Пустая. Так, дорогие зрители, расстояние объекта до моря отсюда максимум 400 метров. Есть бассейн, которые не запустили, запустят, наверное, в следующем году. Вот такое здание. Это 15-16 лет проекту. Есть два входа. Снаружи у нас открытая парковка. Там детский парк, если вы видите. Максимум до воды 400 метров. Так. Вот просторный такой садик там ухоженный. Там зона пикника, барбекю. Апельсинчики, почти спелые. Так, вот зона барбекю. Оливковое дерево, авокадо. Ну, все есть. Можно собирать, когда они будут спелыми. Так. Айда, тут столер. Здесь у нас второй вход. Поднимаемся наверх. Есть видеонаблюдение. Вот такой лифт. Так. На этаже у нас 1, 2, 3, 4 квартиры. Так, входим в квартиру. Вот такой вход. Так, вот такая прихожая тут. Коридорчик длинный. Сразу покажу спальню. Вот. Не маленькая спальня хозяйская. Как минимум здесь 15 квадратных метров. Тут у нас санузел. Тоже просторный, не маленький. Так. И здесь у нас вторая спальня. Тоже не маленькая. Это место, чтобы поставить картинку там, свою. Нет, вот это можно. Вот, дорогие зрители, тут неплохой вид. Тут ничего не строят, так как это будет парком центральным здесь, в районе Тосмур. Вид на горы, вид на соседнее здание. Также вид на море, вид отсюда. Так. Кроем двери. Второй санузел. Гостиная, совмещенная с кухней. Такая вот интересная планировка этой квартиры. Из окна. Нужно купить мебель, бытовую технику, обойдется как минимум 3000 евро, ну, среднего качества товар. А так 5000, 6000 и тому подобное можно потратить на квартиру. Просторный второй балкон, можно застеклить, будет вам еще одна комнатка. Так, дорогие зрители. Цена этой квартиры 67 300 евро. Пишите, звоните по номеру WhatsApp, Telegram, Viber.
плюс 90-555-064-9110. С вами был Агаси из солнечной Алании, район Тосно. Всем пока-пока.